Мы рады представить вам бензорезы «Соло», устанавливающие новые мировые стандарты мощности, эргономики и производительности. Там, где вам требуются тяжелые работы по резке армированного бетона, стали, асфальта, композитных или комбинированных многослойных материалов, вам на помощь приходят бензорезы «Соло». Бензорезы «Соло» просты в эксплуатации, имеют надежную конструкцию. Бензорезы «Соло» обладают инновационными характеристиками и исключительными инженерными решениями. Полностью автоматическое регулирование воздушной заслонки без всякого ручного управления позволяет легко запустить бензорезы «Соло» в любую погоду, не задумываясь, прогрет ли двигатель и не будет ли ошибочно залита свеча при неправильном положении заслонки. Эта рукоятка просто отсутствует. Бензорезы 881 оборудованы автоматической системой приготовления рабочей смеси или системой интеллектуальной смазки. Вам теперь не придется беспокоиться о приготовлении двухтактной топливной смеси. Автоматика, в зависимости от оборотов двигателя, сделает все сама. Масло подается в топливную смесь при помощи регулируемого автоматикой насоса. Если бак с маслом пуст, то двигатель автоматически переключается на режим холостого хода, сигнализируя пользователю о необходимости пополнить бак маслом. Больше трудностей при смешивании масла и топлива не существует. Любые проблемы, которые могут возникнуть при ручном приготовлении топлива и вызвать тем самым неисправность двигателя, теперь полностью исключены. Заправка осуществляется в разные баки. Отдельно масло и отдельно бензин. Крышки оборудованы проворачиваемой трещоткой и не могут быть перетянуты или сломаны. Электронная система зажигания контролирует карбюратор и автоматически устанавливает правильные настройки в зависимости от температуры двигателя. Сначала вручную подкачаете топливо в карбюратор для ускорения процедуры запуска, а декомпрессионный клапан обеспечит низкое тянущее усилие на шнуре стартера. Легкий старт без проблем. Двигатель легко заводится, и инструмент сразу же готов к последующей работе без перенастроек. Эффективная многоступенчатая система воздушного фильтра выводит абразивную пыль из машины. Компактный дизайн и оптимальное эргономичное расположение рукояток обеспечивает оператору легкость в работе и повышенную производительность труда. Специальный нейлоновый прочный шнур в 10 раз крепче стандартных. Двигатель бензореза «Соло» оснащен цилиндром с никосиловым покрытием и поршнем с двумя компрессионными кольцами для максимального срока службы. Предохранительный переключатель для хранения и транспортировки. Всемирно известный двухтактный двигатель «Соло» объемом 81 кубический сантиметр, мощностью 4 кВт обеспечивает непревзойденную производительность. Обрезиненная рукоятка с удобными органами управления. Три прорезиненные опоры корпуса. Полуавтоматическая система натяжения ремня. Эффективная пятиточечная система защиты от вибрации на стальных пружинах. Вращающаяся трещотка для дополнительной быстрой очистки воздушного фильтра вручную. Быстросъемное соединение шланга с фильтром и запорным клапаном для мокрой резки. Регулируемая по окружности защитная крышка режущего диска из магниевого сплава. Бензорезы имеют несколько дополнительных аксессуаров. 11-литровый бак с удлиняющим шлангом для подсоединения напрямую к резчику. Присоединяемые колеса для работ по резке швов. «Соло» обеспечивает непревзойденное немецкое качество. Немецкий продукт с 1948 года. Теперь и в России.